Аузу биллахи минашайтану раджим, бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллах, уважаемые наши телезрители. Приветствуем вас на нашем телеканале Хади ТВ 3 и в первую очередь приносим свои соболезнования в связи с гибелью дочери посланника Аллаха Фатимы Захры, саламуллахи алейха. В связи с этими событиями мы пригласили вновь в нашу студию уважаемого хаджат ислам валь муслимин Шейх Гурбана. Ассаламу алейкум, Шейх Гурбан. Алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Уважаемый Шейх Гурбан, приношу вам свои соболезнования и хочу продолжить тему, которую вы затронули в первых передачах еще. Это роль госпожи Фатимы Захры, саламу алейха, в истории человечества с точки зрения ислама. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. Я приветствую дорогих телезрителей и также приношу присоединяюсь к соболезнованиям. Мы говорили об одном из аятов Священного Корана, из суры Нур, где Всевышний говорит: «Аллах нуру самавати валь арды, масалу нури камишкат фиха мисбах», что Бог является светом и небес и земли, и свет Бога подобен масалу нури, пример света Бога. Пример света Бога подобен мишкату. Мишкат, мы здесь есть небольшие разногласия, но в любом случае, так или иначе, лампа — это некий сосуд, в котором содержится свет, в котором имеется свет, имеется некое вместилище, если хотите, если некий сосуд, который играет роль, охраняет, поддерживает, охраняет этот свет, этот. И здесь мы увидели, что из со слов его светлости имам Садыга, алейхиссалату вассалам, мы увидели, что его светлость толкует мишкат, как ее светлость Фатимату Захра, саламуллах алейха, говорит, это Фатимату Захра, саламуллах алейха. То есть она является этим самым мишкатом, в котором находится зуджаджа, в котором находится миспах, зуджаджа, которая вот-вот должна, которая освещается, كأنها كوكب دوري يوقد من شجرة مباركة زيتونة, то есть подобно жемчужиной звезде, звезде из жемчужины, то есть очень светлая, очень подобно дурион, то есть мы переводим как жемчужина, но это опять-таки передает смысл света, то есть жемчужина с точки зрения с взгляда арабов и с точки зрения арабского языка, это нечто очень светлое, освященное, нечто очень светлое и освященное, жемчужина. И ассоциируется с белизной, с чистотой ассоциируется жемчуг. Именно с этой точки зрения здесь приведено кианнаха каукабун дуррийюн. То есть этот, обратите внимание, это очень интересные тонкости в этом аяте. Это стекло. Стекло уподоблено жемчужной звезде. А имам Садыг, алейхиссалату вассалам, говорит, что эта жемчужная звезда также есть Фатимату Захра, саламуллах алейха. То есть и стекло, и свет, получается. Свет, потому что мы говорим, что свет, он подобен, как будто это Фатима Захра. Нет, нет, стекло не растолковано, как ее светлость Фатима Захра, саламу алейха. Стекло, если мне не изменяет память, это имам Хасан, алейхиссалату вассалам. Но почему я говорю, если не изменяет память, потому что, возможно, это имам Хусейн, алейхиссалату вассалам. Я здесь сейчас сомневаюсь немножко в этом толковании. Но даже, допустим, если взять, хотя можно уточнить этот вопрос, потому что у меня этот хадис записан, если речь идет об имаме Хасане, алейхиссалату вассалам, то есть имам Хасан, алейхиссалату вассалам, в своих совершенных качествах уподоблен Фатимату Захра, саламу алейха. То есть он подобен ей, как будто берет свой свет от нее, свою светлость и
свое совершенное качество. Итак, да, здесь сказано «фиха миспаху», нет, прошу прощения, это имам Хусейн, алейхиссалату вассалам. Это имам Хусейн, алейхиссалату вассалам. Можно как бы привести пример, то, что он Ильяд сохранил, тот, кто сохранил именно ее путь. Тем самым тоже посредством имама Хусейна сейчас очень многие узнают об Ахлебейте. Да-да, здесь очень, очень много тонкостей. Интересных тонкостей. Это очень такой аят, как и все, впрочем, аяты Священного Корана, который имеет множество уровней понимания, смыслов и множество тонкостей, глубоких смыслов, которые подтверждаются в том числе и историческим процессом. Самим историческим, посмотрим на исторический процесс. Мы говорили о понимании этого аята, потому что здесь, ну, я сейчас попытаюсь объяснить, какова роль Фатима Туз-Захра, саламу алейха, с точки зрения этого аята, я ничего не скажу на самом деле. То есть попытаюсь раскрыть роль, я не смогу этого сделать. Потому что, когда Бог говорит, что Он является светом небес и земли, и что свет Бога подобен, этот свет Бога, он очень часто фигурирует в Священном Коране, имеет очень важное значение, мы должны в совокупности эти аяты рассматривать. Например, в одном из аятов Священного Корана сказано «Кад джаакум мин Аллахи нурун ва китабун мубин» «От Бога к вам пришел свет и ясная книга, разъясняющая книга». Или же в другом аяте «Юридуна ан ютфиу нур Аллах» «Они хотят погасить свет Бога би афвахихим» «Своими словами, своими речами». وَيَأَبَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Но Бог хочет довести до конца свой свет. И так далее. То есть, в других аятах Священного Корана мы находим разъяснение того, можем найти разъяснение того, это учение, учение Бога. مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاتِ Учение Бога, который принес его светлость посланник Аллаха. Это откровение, это книга, это ислам, это то невероятное явление, имя которому ислам, которое осветило все человечество, и не только человечество, и все миры. Напротив нура может спасать зульмат, то есть темнота, что-то мрачное, мрак, допустим, и, допустим, в аятуль курси, как Аллах говорит, я вывожу того, кого захочу, из мрака к свету и наоборот. То есть мы можем привести там, где свет Аллаха есть, там это место освещается, то есть оттуда выходит мрак. Допустим, Фатима Тахра, если она является лампой, то познав ее, человек осветляется именно в сторону Аллаха, направляется. Да-да, здесь мы видим, мы здесь видим имамов, то есть имамов двух разных лагерей, противоположных друг другу. Это имамы наставления, имамы заблуждения. И в Священном Коране об этом говорится. «Юхринджунахум минан нур иля зульматы». А Бог, то есть это тагут, авлияухуму тагут, юхриджунахум минан нур иля зульмат. Их, то есть неверные следуют за тагутом. А кто такой тагут? Тагут это тот, кто выводит их из, от света, от этого учения, то есть мы светом это тоже не просто так называем, выводит их от света и вводит во тьму. Но Аллах не такой, юхриджухум мина зульмати илян нур. Он наоборот, он выводит человечество, выводит тех, кто следует приказам Бога, учению Бога, выводит их из тьмы к свету. И это настоящая тьма и настоящий свет, в отличие от того света, от той тьмы, к которым мы обычно привыкли. Человек, который находится в темной комнате, да, где тьма, это тоже тьма, но она качественно меньше является тьмой, чем то учение, которое противоположно исламу, которое противостоит исламу. И точно так же в случае со светом. Свет солнца – это тоже свет, но он качественно намного меньший свет, чем свет его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Чтобы понятно было, вот, например, вы покупаете одежду. Относительно всегда. Покупаете одежду черного цвета. Так? Черная-черная одежда. Носите 10 лет.
тоже черная, она не становится синей, не становится зеленой, не становится красной. До сих пор черная, допустим, не сменила своего цвета, осталась черной. Но чернота разная. То и другое является черным, но чернота разная. Так и здесь. И то, и другое является светом, но свет, который принес его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, который был ниспослан Богом через его светлость, намного больше свет, чем свет солнца, чем свет, которым мы привыкли обычно. Ну, допустим, в этой комнате есть свет, в этой студии есть свет на улице, который более светлее. Да, и здесь мы можем очень много пользы из этого извлечь, из этого понимания, потому что, когда человек находится в темноте, он абсолютно бессилен. И это есть халака вальмоут. Это есть гибель. Это есть смерть, настоящая смерть, реальная смерть. А жизнь – это когда ты, когда есть свет, который дает тебе возможность проявить свой потенциал, который тебе дает возможность действовать. Я вот тафсир этого аята давно знал, но я его подзабыл. Там было сказано о том, что Аллах является светом, и человек обычно, когда находится в темноте, допустим, где-либо, он начинает бояться даже любого шороха. Но когда человек в свете находится, допустим, на улице в дневное время, он ничего не боится напротив того, когда он находится ночью. И тут он, например, приводил такое, сравнивал это с Аллахом. Чем дальше человек от Аллаха, тем дальше он от света. Да, значит, здесь множество имеется последствий, в частности, это страх, в частности, это неуверенность, потому что человек, который двигается в темноте, он не уверен. Да. И это очень важно, я не буду в это далеко углубляться, но это крайне ключевые, очень важные ключевые понятия в понимании веры и неверия. И это дает очень четкое, ясное понимание разницы между верой и неверием. Но помимо этого, ведь человек хочет существовать, и в своем существовании хочет иметь какие-то действия. Он хочет действовать и что-то получать через эти действия, через свои поступки. А когда человек мертв, когда он бессилен, когда он находится в гибели, то какие результаты он может получить? Никаких. Точно так же и темнота так действует. Темнота, он парализует. Он лишает силы, лишает возможности, лишает потенциала. А свет нет. Свет дарует эту возможность, пользуясь этим светом. Но в любом случае, мы здесь видим невероятнейшую роль ее светлости Фатимату Захра, саламу алейха, которая является хранителем этого света Бога. Аллах нуру самабати валь ард. И это не ограничено человеческим миром. Я не знаю, как это можно объяснить вообще. Как этот масштаб и невероятность. То есть каждый человек должен над этим долго размышлять, чтобы хотя бы на минуту представить, что имеется в виду. Это просто невероятно. То есть это никакими человеческими речами и словами как-то. Но Всевышний настолько это красноречиво, доходчиво, лаконично это разъяснил, что здесь уже человек, кроме чувства неполноценности, комплекса и бессилия, ничего здесь не чувствует. И то, что как раз мы чувствуем, на самом деле, когда говорим о том, что пытаемся разъяснить, что этот аят означает. Это комплекс и недостаток, неполноценность и так далее. Нехватка слов и так далее, да. Да, здесь уже не получается разъяснить как следует. Будто бы словарный запас у человека заканчивается именно, доходя до таких моментов. И в связи с этим мы хотели все-таки в какой-то процент, какой-то доли все-таки разъяснить, попытаться с теми привычными нами историческими процессами все-таки попытаться роль ее светлости в этом эту Захра, саламу алейха, объяснить. Возможно, мы в какой-то процент, какой-то доли процентов прольем свет на эту истину. Шейх Гурбан, мы вынуждены прерваться на небольшую паузу, после чего продолжим. Хорошо. Обязательно. Уважаемые телезрители, оставайтесь с нами, после небольшой паузы мы продолжим данную тему.
Уважаемые телезрители, мы прервались небольшую паузу, до которой пытались разъяснить аят Корана, где Фатима Захра, саламу алейха, сравнивается со светом Аллаха. Уважаемый шейх Гурбан, я вас прервал на этой теме именно, мы прервались небольшую паузу. Могли продолжить разъяснять, потому что вы сказали, что это очень сложно разъяснить. Человек чувствует, что он не может это донести до людей, не может разъяснить правильно, так как он даже на немного понимает. Но все же вы хотели попытаться немного донести до наших телезрителей, чтобы... Да, дело в том, что это очень масштабно, это слишком грандиозное, слишком масштабное явление. И роль ее, светлость Фатима Тузахра, саламу алейха, слишком масштабно и грандиозно, чтобы мы попытались объять эту роль в себе. Но все-таки через привычные нам средства, через привычные нам слова, исторические процессы, тот самый подход, да, через... приблизимся к тому самому привычному нам методу и попытаемся через исторический процесс попытаться что-то понять, потому что... То есть вы имеете в виду через поступки, да? Через то, что происходило действия, в прошлом, мы как раз говорили об этом, да, на прошлой нашей встрече, и закончили, если мне не изменяет память, на том, что его светлость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, столкнулся с очень опасным и... врагами. Очень опасным и скрытым врагом. Это внутренний враг и лицемеров, которым, кстати, посвящено очень много внимания, уделено очень много внимания. Здесь нужно исследовать, посмотреть, к чему на самом деле больше уделено внимания в Священном Коране. Тем самым... явным врагам. Явным врагам в лице многобожников или же врагам в лице лицемеров. Ведь именно, как я понимаю, внутренний враг пытался потушить свет Аллаха. Если взять этот пример, именно эту ситуацию историческую. В священном Коране говорится неверные, но здесь я предлагаю не уходить. Я именно про Фатиму Захру, саламу алейха, я именно ее имею в виду, как светом. Именно да, этот свет пытались потушить. Здесь, да, мы как раз говорили об этом. Здесь речь идет именно о лицемерах. Люди, которые покушались на жизнь его светлости, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Мы говорили о последних днях жизни его светлости, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, что последние дни его светлость уделила очень много внимания к тому, чтобы предотвратить эту смуту, эту фитну, которую планировали лицемеры. И очень много аятов Священного Корана. Если мы будем затрагивать все эти аяты, мы на самом деле... у нас не хватит просто времени все эти аяты разобрать. Сегодня они потеряли надежду. То есть они сказаны в Священном Коране. То есть до этого дня, до того дня, когда был ниспослан этот аят, аль-йаума яиса, то есть этот аят, они имели еще надежду. Но что в этот день произошло? «Аль-йоума акмальту лакум динакум, ва атмамту алейкум ниъмати, ва радиту лакум ль-ислама дина». Я сегодня усовершенствовал вам, и, как сказано в другом аяте Священного Корана, они хотят потушить свет Бога. «Ва яба Аллаху илля ан ютимма итмам». Но Бог хочет все-таки завершить свой свет. Завершить свой свет. Видите? Ясную связь между этими двумя аятами. Каким образом Бог? Они хотели потушить свет Аллаха. Каким образом они хотели потушить свет Аллаха? Они ждали, пока его светлость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, уйдет из жизни, и они потушат свет ислама так же, как потушили свет иудаизма и свет христианства. Христиане говорят, почему вы против христианства? Ведь вы верите, что Иисус, алейхиссалам, был пророком, принес истинную религию. Почему вы против христианства? Да потому что тот свет, который принес его светлость Иса, алейхиссалам, был потушен. Эта религия была искажена. Так же, как и религия Мусы. И точно такую же надежду питали, точно такую же надежду испытывали и питали эти люди, эти лицемеры, в священных аятах. Это ясно, недвусмысленно разъясню. «Аль-йоуме я Иса». Они потеряли надежду. «Аль-йоуме акмальту лакум динакум». Сегодня, именно сегодня я усовершенствовал. «Ва атмамту алейкум ниимати». И довел до конца свою милость над вами. А что в этот день произошло? В этот день мы обнаруживаем, что именно в этот день произошло то, что его светлость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, назначил после себя наместника. Они потеряли надежду.
они до сих пор думали, что его светлость уйдет из жизни, и все, больше некому будет этот свет поддерживать. Свет ислама больше некому будет поддерживать. И здесь они потеряли надежду, когда поняли, что нет. Это цепь божественных руководителей. Как сказано в Священном Коране, ты всего лишь увещеватель. Валикулли оумин хад. Но у каждого племени есть свой. Это Бог обращается к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Ты всего лишь увещеватель. И у каждого народа есть тот, кто наставляет. То есть хад. Тот, кто не просто увещевает, но ведет за собой. Ведет за собой, является имамом. То есть они когда обнаружили, вот, что... Извиняюсь за вопрос, вот именно хад имеется в виду, имам, не порочный любой имам, который ведет в ад и в рай? Ну, если мы обратимся к толкованиям, мы обнаружим, что толкуется как непорочный. Порочный. Как непорочный. Тот имам истины, имам, ведущий в рай, имам, ведущий... То есть, грубо говоря, обозначает, что Аллах не оставит народ без предводителя. Да, когда они увидели назначение, когда они столкнулись с назначением наместника, и когда увидели, что его святость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, неоднократно настаивает на этом назначении, они потеряли надежду, потому что поняли, что и после его святости посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, будет тот, кто будет вести по этому верному пути, по пути ислама. И последние дни жизни его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, были борьбой за спокойный переход этой власти, этого руководства от его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, к его наместнику, которого он назначил в тот день, когда был ниспослан «Аль-йаума акмальту лякум динакум». «Сегодня я усовершенствовал вам вашу религию». И здесь мы видим, мы говорили об этом, сооружение войска на битву с византийцами, куда его светлость ввел, то есть в число войска ввел всех самых авторитетных курайшитов, которые были на тот момент в Медине, и поручил руководство над ними 18-летнему или 20-летнему юноше. Но что здесь произошло? Здесь произошел конфликт, разногласие произошло между посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и его сподвижниками, теми людьми, которые были в этом войске. Во-первых, они протестовали против того, что он назначил над ними Усама ибн Зейда, того самого юношу. Это первое, то есть на самом деле мы, если будем честны и адекватны к этому историческому отрезку, то обнаружим, что им просто нужен был повод. Поднять шум или не повод? Не уйти из Медины, не уходить. Потому что цель его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, отдалить их. Было отдалить их подальше, потому что его свет знал, что уходит из жизни. И хотел, чтобы в этот момент их не было в Медине. Именно поэтому сделал все, чтобы они ушли. Они сначала нашли повод в этом. Повод в том, чтобы, в том, что над ним был назначен Усама бин Зейд. Потом что произошло? Когда его светлость все-таки настаивала, они все-таки не могли до конца сопротивляться. Что они могли бы, какое оправдание они себе могли бы придумать после того, как его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, все-таки настаивал, чтобы именно под его руководством они ушли. Только представьте себе, люди не хотели слушаться посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Но они все-таки ушли после настаивания, и в некоторых источниках говорится о том, что его светлость проклял тех, кто останется. Проклял. Что если кто-то отстанет от войска, он проклял этого человека, его светлость посланника, согласно некоторым источникам. Но они все-таки после этого ушли. И это, обратите внимание, настолько это было важно для его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, что в самых достоверных преданиях говорится, что его светлость вышел, но не самостоятельно. Его волочили по земле, его ноги волочились по земле. Двое людей, Аббас и его светлость Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, несли его, но сам его светлость не мог ходить, он не мог даже двигать ногами, настолько, что волочили его ноги по земле. Одолело его, да? Да, то есть настолько в тяжелом состоянии его светлость был, и в этом состоянии он поднялся на кафедру и настаивал на том, чтобы эти люди ушли из Медины, ушли, отправились на этот поход.
Они ушли из Медины. Они вышли из Медины, но недалеко от Медины разбили лагерь и напрочь отказались дальше двигаться. Все равно по-своему сделали. Ну, казалось бы, да, из Медины ушли, но разбили лагерь. Что тут здесь поделаешь? И Усама сколько не настаивал, сколько не приказывал, они просто игнорировали, всячески игнорировали своего лидера, своего командира, который был назначен посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Что это, как это можно толковать? Как это можно мягко растолковать, как это можно мягко донести? Оправдания какие-то найти? Какое-то оправдание более-менее. Никаких оправданий здесь просто найти невозможно. Если человек для себя какое-то оправдание находит, ему нужно со своей верой, со своей любовью к посланнику Аллаха и своей преданности разобраться к посланнику Аллаха, к исламу, к Богу. Но есть люди, которые пытаются найти все равно оправдание. Конечно, столько глупостей понаговорили на эту тему, столько глупостей понаговорили. Если эти глупости просто без объяснения каких-то вот до и после, если эти оправдания разъяснить про какого-то обычного мусульманина, какой-нибудь живет где-нибудь, не знаю, живет в Ар-Рияде или живет, например, в Москве, живет в Казани, сказать, что вот этот мусульманин так-то, такого-то, такого-то мнения посланника Аллаха, и о его приказах, они... Убьют его. Они такое решение о нем вынесут, что... Шейх Курбан, наше время подходит к концу, если есть что добавить, мы можем... Нет, здесь очень много есть что добавить, на самом деле. На следующей передаче мы продолжим. Да, если у нас времени нету, то... Да. Спасибо большое, что пришли. Спасибо. На этом с вами прощаюсь. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Алейкум ассалам ва рахматуллах. Уважаемые телезрители, к сожалению, наша передача на этом подходит к концу. Я вынужден с вами попрощаться. На следующей передаче мы продолжим данную тему. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.